Новая схватка президента США Дональда Трампа с зонтом попала на видео. На этот раз инцидент произошел на самом верху самолетного трапа. Даже не пытаясь сложить зонт, Трамп попытался войти с ним, войти в салон. Затем затея успехом не увенчалась, зонт пришлось просто выбросить. Отмечу, это не первая схватка Трампа с зонтом. В апреле его чуть не сорвало порывом ветра, однако в тот раз побег не удался.